Известно ли вам, где открывается рекордное количество новых компаний? Где локализируются главные офисы крупнейших промышленных концернов и нефтяных компаний? Кому принадлежит часть мирового богатства и сосредоточена большая часть мирового капитала? Где легализированы операции с криптовалютой? Где самые надежные банки и самый вкусный в мире шоколад? Не в Украине, а в Швейцарии. Открываем бизнес в Швейцарии и о преимуществах, швейцарский имидж и швейцарское качество. Привлекательная система налогообложения в Швейцарии в неофшорном режиме – важнейший фактор привлечения бизнеса в страну. При этом некоторые кантоны, например, ЦУГ, предлагают весьма низкие ставки налога на прибыль. В Швейцарии отсутствует налог на дивиденды и прирост капитала. Работает большое количество договоров об избежании двойного налогообложения. Швейцария не является членом каких-либо военных и политических альянсов и союзов, что делает ее устойчивой к изменениям на международной арене. Нейтралитет Швейцарии – основа ее стабильности. Как видим, Швейцария открывает двери для больших серьезных возможностей любых бизнес-проектов, таких кантонов, как ЦУГ, Женева, Цюрих, Ури и Гларус. Обращайтесь к нам за личной консультацией, и мы подберем вам лучшую форму для ведения вашего бизнеса. С вами была Елена Сикан. До новых встреч!